В минувшие выходные в Тамбове прошел парад профессий. Третий год подряд в рамках всероссийской акции «Дети – наше будущее» его проводит компания «Ланта». По традиции торжество развернулось на площади музыки. Наш корреспондент Марина Корякина тоже побывала на празднике детства. Парад профессий в Тамбове проходит с 2016 года. Идею фестиваля интернет-провайдер перенял у своих уфимских коллег, компании «Уфанет». У них же подсмотрели концепцию создания аллеи первоклассников. Это сердце праздника. Вокруг этой аллеи выстраивается весь праздник. Это большая-большая такая стена, на которой изображены фотографии всех первоклассников города, указаны их имена и, самое главное, мечта, кем они хотят стать. Для этого мы в школах приходим на родительские собрания, рассказываем родителям о данном празднике и просим их загрузить фотографии на специальный сайт. Актер театра «Кукол», кинолог, слесарь и даже пчеловод. Всего в этом году было представлено 52 профессии. Ну а какие больше всего по душе детям, мы узнали у них самих. Я хочу стать ветеринаром. Я очень люблю животных разных, там кошечек, собачек и остальных животных. Я буду лечить всех животных. Ну, военным. Почему? Пожарным. Президентом. Повар делает компот, доктор лечит нас от кори, ну а за ремонт электросети отвечает электромонтер. Популярной среди непосед стала тематическая площадка «Тамбовэнерго». Ребятам дали возможность побывать внутри бригадного автомобиля и забраться на автовышку. В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» энергетики рассказывали детям о технологиях сбережения электроэнергии. Компания также представила фотозону, где можно было сделать фото с символикой фестиваля, а также примерить на себя форму электросети. Электромонтера. А ты сам вообще знаешь какие-то правила безопасности, связанные с электричеством? Да, надо выключать и не включать свет, а то можно упасть и вырубиться. Многие площадки были организованы командой самих специалистов компании «Ланта». Проектировали, конструировали в свободное от работы время. Например, стилизованный макет подъезда. Примерить на себя профессию сервис-инженера и подержать в руках настоящий перфоратор рвались не только мальчишки, но и девчонки. Это главное событие теперь для нас. Каждый год у всех сотрудников год отмеряется от праздника. Есть понятие такое, как тимбилдинг. Люди выезжают куда-то, придумывают себе какие-то там полосы препятствий, да, что-то там, какие-то квесты. Вот. А мы себе придумали вот такую развлеку. Мы праздники детские делаем. И за счет этого сплачиваемся. А это ручей, который придумали и воплотили в жизнь талантливые сотрудники компании «Ланта». В длину он составляет 50 метров. Изобретатели говорят, что он волшебный. Если загадать желание и пустить кораблик, то оно обязательно сбудется. Ну а стать у руля своего корабля под названием «Жизнь» малыши смогут через несколько лет. Тем более, что с главным выбором многие из них уже определились. Марина Корякина, Евгений Михеев, Александр Щеднов, «Область новостей».